Начинаем второе отделение заключительного концерта фестиваля в честь Игоря Моисеева. В первом отделении концерта вы видели лучшие танцы в исполнении ансамбля. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию премьеру. Премьеру, которую подготовили в честь этого фестиваля, подготовил весь ансамбль, весь коллектив. Это из цикла «Картинки прошлого», еврейская сюита «Семейные радости», исполняет ансамбль.
Я хочу от всего сердца поблагодарить всех тех, кто находится здесь и кто вольно или невольно причастен к сегодняшнему празднику. И тех, кто нам помогал, и тех, кто нам аплодировал, и тех, кто исполнял все это. И этот праздник, он не только в мою честь, он не только в честь ансамбля, а он в честь того, что искусство должно расцветать полным цветом, и сердца всех народов должны раскрываться друг перед другом. Спасибо.